Здравствуйте. Что греха таить? Не один раз мы ставили сравнение между собою и австралийцами. Между теми, кто приехал сюда и отчаянно борется за жизнь, и теми, кто, в общем-то, родились по их же собственным словам, то есть по их пословице, с серебряной ложкой во рту. Я очень бы не хотел, чтобы был какой-то антагонизм. Потому что лично я считаю себя австралийцем, лично я считаю себя человеком, который много приносит этому государству, и не только финансов. Я считаю, что многие ребята, которые приезжают сюда, и недаром работники посольства говорили, что все, ну я думаю, что это все-таки далеко от истины, но все, кто приезжает с Петровым, остаются в Австралии, то есть эмигрируют. Все-таки речь идет не об эмиграции. Речь идет о том, что нам надо в действительности провести сравнение между собой и теми, кто здесь родился, коренными австралийцами. Я не говорю об аборигенах, я говорю о людях, которые уже являются становым хребтом этой страны, так называемые Оззи. И выявить, где наши преимущества и где преимущества оппонирующей стороны, уж если наша жизнь – это соревнование и борьба за лучшее место под солнцем. Безусловными преимуществами австралийцев является их английский язык, для них это родной язык, является знание их культуры, законодательства, связи, которые они имеют изначально в этой стране. Они, их родители, их, может быть, деды и прадеды, это люди, которые создавали эту страну, это люди, которые являются этой страной. Мы же, это люди, которые сюда приехали, естественно, английский язык не наш родной. Естественно, мы не знаем культуры и законов этой страны изначально, как знают ее люди, которые здесь родились и выросли. Но у нас есть свои преимущества. Во-первых, мы – это люди, которые имеют очень сильную мотивацию. Уже сам факт того, что мы здесь находимся, говорит в нашу пользу. Мы это заслужили, мы этого добились. Вторым преимуществом является то, что мы можем надеяться только на себя. Позади нас сожженные мосты порою, потому что наш неуспех в нашей карьере, в нашей учебе, в нашем образовании в Австралии, наш неуспех в тех целях, которые мы хотим достичь, это очень большая цена и в денежном, и во временном, и, в общем-то, психологическом эквиваленте. Нам некуда отступать порою, и поэтому мы очень и очень сильные. И не надо забывать, мы приезжаем сюда из страны, которая запустила первый спутник, которая может похвастаться первым космонавтом в истории человечества. Страна, которая фактически в одиночку очень долгое время боролась за, если хотите, за свое главенство, место под солнцем в этом мире. И несмотря на то, что эта борьба, может быть, закончилась не совсем в нашу пользу, но мы были способны на это. И, соответственно, у нас очень большой задел. У нас есть опыт жизни, работы, бизнеса, борьбы за существование в двух очень равных мирах. И если мы здесь, мы уже чего-то достигли, и там достигнем, и здесь. Одним словом можно сказать, что люди, у которых всю жизнь пришло на блюдечке с голубой каемочкой, в общем-то соревнуются с людьми, которые, в общем, действуют по принципу do or die. Сделай или умри. И здесь я хотел бы найти применение к вот этим, скажем так, размышлениям. Я хотел бы сказать, что на данный момент существует два вопроса. Первый вопрос о нашей учебе, насчет нашего образования в Австралии. Второй – это вопрос о академической, научной, преподавательской деятельности в Австралии. Безусловно, если вы приезжаете в рамках проекта РАМЗЕС, вы приезжаете
как учащийся, как студент, вы получаете образование в Австралии. По сравнению с австралийцами, испытывая, скажем так, и понимая свои недостатки, но и зная хорошо свои достоинства, по опыту могу сказать, мы учимся в основном, я говорю о ребятах с Украины, с России, с Казахстана, то есть бывших республик Советского Союза, когда мы учимся и на языковых курсах, и на высшем образовании особенно, средний балл, я бы сказал, у нас был повыше. Я не знаю людей, которые бы имели средний балл ниже, чем 70-75%. Это достаточно высокий показатель не только по сравнению с другими национальностями, которые сюда приезжают, в эту страну, то есть иностранные студенты. Я бы сказал, это очень высокий балл даже для местных австралийцев. Я думаю, что выше у нас балл, чем балл, которые получают студенты местные австралийские. По крайней мере, я могу судить о таких университетах, как Маквори и University of Technology, где, в общем-то, большая репрезентация местных студентов, не только студентов-иностранцев. Мы еще не очень хорошо наладили взаимопомощь, просто потому что обычно в отдельно взятом вузе меньше русских студентов, и настолько мало, что не создается критическая масса, когда люди, в общем-то, очень активно помогают друг другу. Но, в общем-то, уже подвижки есть, и наша взаимопомощь – это залог нашего успеха. Некоторая соревновательность. Я не говорю о том, чтобы соревноваться друг с другом. В данном случае, если бы было нас много, может быть, это имело бы смысл, но в основном соревноваться с лучшими представителями местного студенчества, то есть ребят, которые здесь родились и уже по рождению граждане этой страны. Мы можем с ними успешно соревноваться, мы соревнуемся с ними достаточно успешно, и мы, в общем-то, научились побеждать их, то есть учиться лучше. Есть, опять-таки, я говорил уже, достоинство у нас очень хороший опыт, у нас прекрасная мотивация, у нас зачастую есть опыт обучения и немалый опыт обучения в стране, из которой мы, в странах, из которых мы приезжаем, поэтому мы можем этого достичь и мы будем этого достигать. Поэтому, ребята, я бы сказал, всесторонняя подготовка к тому, как вы будете жить здесь, подготовка к вашей учебе, учебе по специальности, безусловно, очень мощная ваша подготовка к, скажем так, увеличению уровня, улучшению уровня вашего английского языка, то есть вы должны как можно больше поднимать свой уровень английского языка, тогда вам будет легче, интереснее учиться. И, соответственно, я верю в то, что этот потенциал позволит нам еще лучше не просто сдавать предметы, но и входить в эту жизнь, потому что хорошие знания и высокий уровень оценок – это, конечно, прекрасно, но это полдела. Но возможность хорошего трудоустройства, возможность трудоустройства или по специальности, или, по крайней мере, в высших слоях, скажем так, то есть не клинерами, не сторожами, не грузчиками. Вот это очень и очень, на что мы должны настраиваться. И, кстати, можно в этом плане перейти и к второй части вопроса. Ценую, в общем, достаточно больших усилий по созданию взаимопонимания между преподавателями, менеджерами, владельцами, студентами различных учебных заведений, ну, скажем так, около дюжины этих учебных заведений, была создана система, при которой самые талантливые, самые способные ребята уже с образованием, ребята, которые владеют очень хорошим английским языком, у которых хорошая мотивация и которые, как говорится, имеют царя в голове, мы добились того, что более 10 человек сейчас у нас преподает, я бы сказал, около 15 человек у нас занимается преподавательской деятельностью. Настолько это происходит успешно за последний год, что существует какая-то
может быть, зависть со стороны местных преподавателей. Я бы хотел сказать одну вещь. Те же самые качества, которые присущи нашему студенту, и условия, в которых наш студент учится, те же самые качества, те же самые условия воздействуют и на условия нашего трудоустройства, employability, скажем так, английским языком, на работах, которые, ну, относятся, скажем так, к белым воротничкам. Нам необходимо, несмотря на то, что у нас нету связи, ну, опять-таки, связи уже зарабатываются, несмотря на то, что изначально это не наша страна, нам необходимо пробивать себе место под солнцем. Это гораздо сложнее делать, чем австралийцам. Но, опять-таки, мы начинаем преподавательскую деятельность именно с уровня английский язык от бигинера до, скажем так, при intermediate наши ребята преподают. Есть и выше, но я думаю, что это люди уникальные, такие как Наташа Шевцова. Я просто благодарен этому человеку, я горжусь такими студентами. Но вот этот вот меньший уровень, который, можно сказать, beginner, elementary, pre-intermediate, pre-beginner кое-где, это то, где мы имеем соревновательное преимущество по сравнению, может быть, с native спикерами, то есть теми людьми, которые родились здесь и не знают никакого другого языка. Мы понимаем тех людей, которые просто начинают все с азов, и в общем-то мы не хуже изначально, если, конечно, мы прекрасно знаем английский язык. На данном моменте, на данном этапе, именно beginner, pre-beginner, beginner, elementary и, может быть, pre-intermediate, мы можем быть лучше, чем native спикеры. Поэтому я хотел бы успокоить наших ребят. Вы можете, и вы будете преподавать, и вы уже преподаете. Огромная благодарность таким ребятам, как Ксения Котова, Елена, у нас новая преподавательница. Я думаю, что до конца года мы можем похвастаться 5-6 ребятами, которые преподают английский язык. Но в основном я говорю о секторе VET. Это сектор, в котором, я считаю, должны находиться люди, которые только начинают свою преподавательскую карьеру, но они должны идти вверх. Я очень удивился, когда встретил несколько человек, которые говорили о том, что они всегда мечтали о карьере преподавателя в секторе VET. Если мы говорим о курсах, как, таких как информационные технологии или бизнес, я считаю, или маркетинг, ну, в принципе, тоже бизнес, я считаю, что это первая ступень, с этого надо начинать. И эта ступень вполне по силам нашим ребятам. Я искренне желаю и благословляю, если хотите, наших ребят на то, чтобы они дальше росли. После того, вы все, или, скажем так, многие из вас заканчивают магистратуру, таким образом вы имеете право преподавать на уровне undergraduate, то есть быть преподавателями на бакалавриате. Это большие деньги, это большое уважение со стороны людей. Если вы станете вести научную работу, вы постепенно можете и докторскую делать, и переходить на уровень преподавания на магистратуре. Карьера научная – это не просто схоластические знания. Научная карьера – это обобщение тех знаний, которые вы уже имеете, а вы имеете знания, в общем-то, работы и учебы, и преподавания не только в Австралии, но и в стране, из которой вы приехали. И должен опять-таки вам напомнить, из какой страны вы приехали. Вы не из Буркина-Фасо приехали, вы приехали из республик бывшего СССР. И об этих странах знают все и помнят не так давнее былое величие этой страны, и, соответственно, даже в осколках этой страны отражается это величие. Поэтому вот этот вот обобщенный опыт вы можете донести до своего студента. И я хочу сказать, что иногда подымитесь над обстановкой. Мой опыт, в принципе, и в VET-секторе, и даже на бакалавриате, говорит о том, что вы можете удивить людей. Вы можете зажечь людей, вы можете людей заинтересовать. И тогда люди, которые, казалось бы, учатся
на таких курсах порой только ради визы, они могут переосмыслить свою ситуацию, могут зажечься, могут, в общем-то, устремиться вверх, как это сделали вы и делаете вы в свое время. Я считаю, что даже мой опыт на уровне бакалавриата говорит о том, что иногда я приходил на лекции, и люди, которые были безразличны, вдруг были заинтересованы лекцией, и можно было удерживать слушателя и по 15, и по 20, и по 30 минут. Несмотря на то, что самые высококвалифицированные преподаватели, люди, англичане, не были на это способны. Поэтому я думаю, что у нас есть даже преимущество в VET-секторе. У нас есть преимущество, по крайней мере, в части уровней преподавания английского языка, и нам надо это использовать. Я буду делать все возможное, те ребята, которые сейчас преподают и работают вообще в образовании в Австралии, в этой сфере, они помогают друг другу, и они помогут вам. Я думаю, что вы должны начинать эту свою карьеру, начинать к этому стремиться еще до того, как вы приедете сюда. И тогда, имея сильную мотивацию, зная тот путь, по которому вы пройдете от начала и до конца, или, по крайней мере, приблизительно его для себя сверстав, вы достигнете самого высшего уровня, то есть осуществления ваших планов. А ваш успех – это успех нашего проекта, проекта «Рамзес». Большое спасибо!